и лауреат международных и всероссийских конкурсов, народный коллектив, оркестр русских народных инструментов «Россияне». Позвольте мне этот знаменательный фестиваль, шестой, который посвященный Великой Победе, 70-летней Победе, 70-летию Победы в Великой Отечественной войне открыть. И что бы мне хотелось сказать? Мне хотелось сказать, что юбиляр, человек, который творил музыку, играл на истинно русском инструменте, тоже внес свой весомый вклад в эту Великую Победу. В городе, в осажденном городе Ленинграде, он выступал с концертами на заводах и фабриках, в воинских частях. И знаменательно, что вот сегодняшний праздник посвящен и нашей победе, и такому замечательному художнику, музыканту, как Александр Борисович Шалов. Добрый вечер. Гаврила Романовича Державина, есть такое последнее стихотворение. Века времен в своем стремлении уносит все дела людей и топит в пропасти забвения народы, царства и царей. А если что и остается через звуки лиры и трубы, то вечность уже гроб. Thank you.
годам жизни отца. Это большое и трудное испытание. 14-летним мальчишкой он остался в блокадном Ленинграде. Осенью 41-го года была закрыта школа, в которой он учился. И, пожалуй, спасла ему жизнь только музыка, которую он посвятил всю свою жизнь с раннего детства. Он еще до войны занимался самодеятельным ансамблем, играл на балалайке. И художественный руководитель этого ансамбля в первые же дни войны собрал ребят, которые остались в городе, и организовал бригаду, с которой они выступали в госпиталях, на фронте. И таким образом, наверное, действительно сохранили свою жизнь. Это уже февраль 42-го года. На 23 февраля вызвали их, артистов бригады, в Дом Красной Армии. Папа говорил, что ну, я бы придумал просто концерт, как обычно. И действительно, мы давали концерт в этот день. А после концерта их наградили. Дали каждому участнику ансамбля мешочек вещевой, в котором было 8 килограмм продуктов. И он пришел домой счастливый к своей маме и сказал: «Мама, теперь мы спасены». Вот видите, какие чудеса творила музыка в эти страшные блокадные дни. И когда закончилась война, его папа не будет вспоминать эти дни, но они для него были всегда самыми трогательными, и он их вспоминал с болью и с радостью. А вам огромное спасибо, что вы здесь собрались. И вот имя моего отца собирает каждый раз столько добрых, хороших людей. Потому что те, кто любит музыку и дружен с ней, не может быть